Итак, всем привет! Давно не снимал видео по Kingdom Come, вот вернулся с патчем 1.4.1. Итак, в честь Пасхи нам добавили в игру пасхальные яйца. Давайте я покажу вам, где находятся некоторые из них. А если вдруг я покажу их не все, пожалуйста, напишите в комментах, где находятся остальные вратами. Также, если знаете еще какие-то фишки, пишите их в комментах. Пишите туда вообще что угодно. Be a bit more careful. Вот, пожалуйста, голубое или синее пасхальное яйцо, зеленое пасхальное яйцо, красное и пушиное перо. Простое яйцо. You there! Stop! Who's Surrender! There? You're under arrest for breaking the law! Ставьте лайки, если не подписаны, подписывайтесь на канал, пишите желательно со скриншотами и более подробными описаниями. Shit yourself! Спасибо.